Чего? Ой, дай конфетку. Валера. Ну, одну. Кыш. Паша, смотри, чпуньк. Классно, да? Ага. Еще разок. Угу. И? Что-то не работает. Ну, чего она? Валера, хлопушка одноразовая. Да? Я так не играю. Одноразовая, я думала, она многоразовая, она. Валера, пойдем, я тебе сделаю многоразовую. Пойдем. Всем привет, ребята! Сегодня я покажу вам, как сделать многоразовую хлопушку из одноразового стаканчика, воздушного шарика и туалетной бумаги. Ой, она у тебя хотя бы не использованная? Нет, не использованная. Валера, мне из этого рулона нужна будет только втулка. Размотай его, пожалуйста. Это я умею. Ой, скажи, а за это нам, медведям, благодарность никакая там не полагается? Благодарность? Ну, только если спасибо. А, понятно. А если спасибо и маленькая конфетка? Ну, можно и так. А если конфетка будет побольше? Валера! Да понял, я уже ухожу. Чтобы сделать хлопушку, нужно будет донышко из бумажного стакана отрезать при помощи ножичка. Вот так вот просто чик-чик. Чик-чик. И все. Вот такая вот дыра у нас получилась. Паша, привет. Да привет, привет. Валера, ты втулку неси. Ой, да несу я уже, несу. Теперь я возьму шарик и завяжу его на узелок. Вот так вот. А с другой стороны кончик отрежу. Вот в итоге, что должно было получиться. Так, беру стаканчик и буду на него надевать шарик. Вот так. Вот, Валера сейчас размотает этот рулончик. Разматывать — это вам не обратно наматывать. Тут фантазия не нужна. Такая вот штуковина у меня получилась. И в нее даже можно положить теннисный шарик. Вот, и делать, как говорит Валера, чпуньк. Чпуньк. По-моему, классно получилось. А ну-ка еще разок. Чпуньк. Класс. А чпуньк надо делать не так. А как? Сейчас покажу. А чего? Мне нравится. Быстро, просто и классно. Пуньк, ой. Паша, правильно делать вот так вот. Чпуньк и чпуньк. Валера, это я уже понял. А если сюда засунуть конфетти, то получается многоразовая хлопушка. Я вот сохранил немножко с прошлого раза сувениров. Заряжаем и проверяем. Да, чего-то как-то слабовато получается. Валера. Чего? Чего-чего? Втулочка моя где? А, это я сейчас. Вот она. Спасибо и маленькая конфетка. Спасибо. А конфетка где? Да помню, я помню. Ура, желейный медведь Валера хотя бы покушает сейчас. Второй вариант хлопушки я буду делать из сердцевины рулона туалетной бумаги. Эй, дай конфетку. Валера. Ну одну. Кыш. Еще нужна будет красивая оберточная бумага, чтобы обклеить ею нашу некрасивую втулку. Теперь берем шарик, завязываем кончик и с другой стороны обрезаем. Есть. И сейчас нужно надеть шарик на нашу втулочку. Это я пока уберу. Вот так вот. И зафиксировать сам шарик скотчем. Угу. Есть. И лишнее обрезать. Проверяем. О! По-моему, получилось мощнее. Ребята, а сейчас нужно сделать конфетти из пленки для упаковки подарков. Ее нужно просто порезать на мелкие части и все. Засыпаем внутрь. Так, по-моему, хватит. Шпуньк! О, прикольно! А главное, что она многоразовая. Паша, а пойдем в коридор бабахнем? Сейчас, Валера, я засыплю еще немножко и пойдем. Так. А это что тут такое происходит? Какой тут бардак? Валера, это что за новогодние украшения? Так это... Что? Видел что? Что? Там это, в магазине скидки до 50%. На все? Ну не на все, допустим, но на многое. Я пойду себе еще одну кружечку закажу. Валера, зачем тебе еще кружка? Надо. Слушай, у тебя что, 8 рук и 6 ртов? Зачем тебе еще одна? Ну а что? У меня такой еще нету. Ребята, кому интересно, я ссылочку оставлю в описании, если что. Чпуньк. Промазал. Валера. Чего? Ай, мимо. Вот тебе. Мимо. О, тут лежат Валеркины снаряды. Заряжаем. Валера. Я сдаюсь. Чпуньк. Мимо. И финальный салют. Чпуньк. Вот это класс. Валера, а теперь ты убираешь. Я? А кто? А чё я? Не, ну ты же первый здесь начал мусорить. Вот теперь тебе и убирать. Вот так вот, мусорили вместе, а убирать сразу Валера. Это как-то нечестно. Ребята, если вам понравилось, как мы тут делали чпуньк, нажмите, пожалуйста, лайк. И это, давайте наберем 1100 лайков, чтобы мне не так было обидно.
жизнь медведя тяжела. Конфетку так просто не дают, кричат, шумят, а еще и подметать заставляют. Валера, ты мети, а не бухти. Да мету я, мету. Побухтеть не дадут.